Всем приветики. Мне тут в комментариях написали, как мне показалось, один очень интересный способ взаимодействия с вашими соседями. Для этого вам понадобится кастрюля, к обратной стороне которой вы скотчем приклеиваете мобильный телефон, в котором включен режим «только вибрация». Затем вы приставляете кастрюлю к нужной вам стене и звоните на телефон. А телефон, вибрируя под кастрюлей, создает вибрацию, которая дополнительно распространяется по кастрюле, и получается такое громкообъемное звучание, которое, конечно же, услышит. И весь прикол этого способа в том, что где и когда бы вы ни находились, вы всегда сможете набрать на свой телефон. Ну и мне такой вариант понравился. Я решил как бы его опробовать. Вот он уже готов. Необходимый инвентарь. Только я прикрепил не снаружи, не со дна, а положил просто внутрь. То есть, получается, телефон не прикреплен скотчем снизу, а лежит просто внутри. И осталось только позвонить. Довольно-таки мощно и громко гудит. Неплохо на самом деле. Но это здесь хорошо слышно. Но мы сейчас пойдем туда, на кухню, и с той стороны послушаем, как это слышно будет. Ну, не знаю, как у вас тут на видео было, но там довольно-таки слышно было. Не сказать, чтобы громко, но слышно. Вот, поэтому, хотя, честно говоря, не знаю, как насчет. Ну, вообще слышно, да, но не сильно громко, но слышно. Вот такой вот способ. Ну, а на этом все. Всем пока, да.